комфортные условия жизни. С целью ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Копейска с 2019 года реализовались две программы. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» действовала областная адресная программа переселения в 2019-2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области. В рамках ускоренной реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году завершено расселение домостроений, признанных аварийным и подлежащему сносу до 2017 года. При поддержке губернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича всего по программе расселено 95 аварийных домостроений общей площадью 35 тысяч квадратных метров. И приобретено 839 благоустроенных жилых помещений общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. Свои жилищные условия улучшили более 2000 граждан. Еще одной программой стало обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области. В ее рамках с 2019 года в Копейске предоставлено 474 квартиры общей площадью более 21 тысячи квадратных метров, куда переехало более 1200 горожан. В текущем году на выделенное финансирование по вышеуказанной программе приобретено 17 благоустроенных жилых помещений по адресам Короленко 6Б, Короленко 14 и новое домостроение – также по Республиканской, дом 2А. Также хотелось бы отметить, что в текущем году утверждена новая областная адресная программа переселения граждан из аварийных домостроений, признанных таковыми с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Новая программа позволит расселить 84 аварийных дома на территории Копейска. Продлится она до 2030 года. По словам начальника отдела жилищной политики, администрация попытается ее реализовать в ускоренном режиме. Также на протяжении 5 лет активно работал проект по обеспечению жилой площадью детей-сирот. При поддержке губернатора Челябинской области за последние 5 лет на территории Копейского городского округа детям из категории числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, предоставлено 356 жилых помещений. В настоящее время на территории Копейского городского округа на учете из категории детей-сирот стоят 62 человека, гражданина в возрасте от 18 лет. На текущий год приобретено 21 жилое помещение по адресу Республиканская, дом 2А. За 5 лет детям-сиротам было предоставлено 356 квартир в новых домах. В конце 2023 года список детей, которые подлежали обеспечению помещениями, был полностью закрыт.